Ну что, жду комментариев по поводу соединения, качества соединения. Опять хреновая, да? 100%. Отлично. О боже, она застывает в моем лице. Ну чё? Нет, нет, хорошая, хорошая, нормально, нормально, нормально. Ладно, что у вас нового? Рассказывайте. Чем вы хотите, чтобы я с вами поделилась? Почему ты еще не с Energy? Что вы о чем? Что за процедура? Какой-то там вид пилинга, витамины, и там специальная смесь витаминов определенная, которая специально подобрана для моего типа кожи, для состояния моей кожи. Ох, боже, она застывает, и мне сложно говорить. Ладно, пацаны, можете выйти с трансляции, только девочкам будет интересно об этом послушать. Майами, привет, Казахстан, привет. Так, очень плохо доходят эти вопросы, конечно. Настя, у тебя кожа такая темная или загораешь? Ну, у меня еще доминикано-майамский загар остался. Я в солярий не хожу, очень плохо, меня вот моя Яна Юрина будет ругать. У тебя линзы сейчас нет, это мои глаза. Мои собственные, единственная натуральная часть меня. Ты красивая, спасибо, даже так. Все, выходит, да, пацаны, давайте, кш-кш, отсюда. Как относишься к ультразвуковой чистке лица? Скажи, пожалуйста, эффективна ли она? Ни разу не делала. Раньше делала механическую, когда у меня были сильные проблемы с кожей. Но она только усугубляет, мне кажется, ситуацию. А почему сама Белоснежка? Нет, ну так, средняя. Почему люди скрывают пластические операции? Потому что люди хотят сделать иллюзию для вас всех, мол, они красивые, натурально красивые с детства. А что стесняться? Есть ли смысл покупать Balenciaga Ankle Boots? Я не знаю, что... А, нет, я поняла, о чем ты говоришь. Нет, нет, красивущая, спасибо. Муа, от души. Вот, еще у меня взяли кровь. У меня взяли кровь, и сейчас я буду делать плазмотерапию на волосы. У меня и так вот уже такие маленькие отростки появились. Растет новая волосня, занимаюсь восстановлением после наращивания. А, бро, что с тобой? А, Оскар, я же просила всех пацанов выйти с моей трансляции. Я рассказываю девчонкам, как за собой ухаживать. А, Оля Савченко там, почему ты не с Energy Diet? Во-первых, я не знаю, кто такая Оля Савченко. Во-вторых, если она там, мне это ни о чем не говорит. В-третьих, я не с Energy Diet, потому что, ну, мне не хочется. Вот и все. Что за плазмотерапия? Это самая эффективная процедура, вообще top of the top. Среди процедур для восстановления роста волос. Мне это было необходимо. Вот, у меня сейчас забрали кровь. Я, кстати, поправилась, даже никто ничего не пишет мне. Наращивание сильно испортило, конечно. Я помню, раньше еще наращивала волосы. Ты вообще кушаешь? В смысле, конечно, я очень много ем, но при этом хожу в зал, и поэтому могу себе позволить и углеводы, и рыбку, и что пожирнее. 1500 калорий в день где-то. Незаметно твои пару килограмм? Еще нет, посмотрите получше. В смысле незаметно? Ребят, я когда раньше вот так вот делала, у меня здесь костяшки торчали. 2,5, наверное, набрала, 100%. Мне просто видеокамера худит. Пока не очень заметно, что поправилась. А попа у меня поправилась. Ладно. Я не знаю, сколько я вешу, я боюсь взвешиваться. Мне тренер сказал, когда начинаешь заниматься, лучше вообще на весы не смотреть, а смотреть просто на свой внешний вид и замерять сантиметры. Не видно нигде, что ты поправилась. А вот так. Фотошопишь на ходу. Кстати, да, у меня появился новый навык. Я теперь не только фейстюнить могу себя, но и видеошоп освоила. Попа на фотке огонь. На фотке все огонь. Главное, чтобы в жизни огонь было.
О, господи, я никогда не думала, что я буду заходить в Перископ в таком виде. Мало